Радестулери файде, грабери файде. И каждый корень питается от источника воды живой, говорит Господь, ременту файде. И насколько корень каждого из вас углубляется к ребеду файде, настолько и получает питание, говорит Господь. А питание от слова моего, крадестулери файде, Дух Святой ныне говорит. И вот есть те деревья, у которых корни находятся на поверхности, роны слабели файде, и выходит солнце, и палит эти корни, и высушивает, говорит Господь, реведу слабели файде, и нету питания, крадестулери файде, говорит Господь. И вот я подаю питание на каждый день, каждому, говорит Господь. Но как важно ревность, ремину слабели файде, краминту слабели файде, как важно вникать в слово мое, кремену файде, потому что это питание для вашего духа, говорит Господь, ременту файде. А соблазны приходят, ревец тулары великайде, и не каждый может противостоять этим соблазнам. И я говорил в слове своем, говорит Господь, что соблазн надлежит прийти, ромене слабили файде. И вот они приходят в жизнь каждого человека, ромену слабили файде. Но насколько человек укоренен в слове моем, настолько он может противостоять этим соблазнам. Потому вам говорю, кременту слабари файде, вникайте в слово мое постоянно, потому что вижу сердце каждого стоящего на этом месте, и знаю грехи, кременту фрайде, и знаю мысли. И вот некоторые стоят и говорят в сердце своем, а я не первый раз стою на этом месте, кремену фрайде, и Господь не обличил меня, кремени файде. А не думала ли ты, душа, что это великая милость и великое мое долготерпение к тебе? А что, если я сейчас подойду к ременту фрайде и открою всю внутренность твою перед всеми, говорит Господь, ремену файде? Я Бог долготерпеливый, говорит Господь, и я даю время для покаяния, кременту слабели файде, но как быстротечно это время, и грех он затягивает, как трясина, говорит Господь, ремену файде, и многие погрязли в грехах, ремене семени файде, и не имеют возможности самим выбраться с этой трясины, говорит Господь. Но вот я подаю руку помощи, ремене слабели файде, и говорю и напоминаю сердце твое, говорит Господь, ремене. Вот есть еще время для того, чтобы открыть сердце свое и исповедовать свой грех, чтобы была чистота и свобода в Духе Святом. О, многие, как птицы, находятся в силках ремену фрайде, живы еще ременту слабали фрайде, но не имеют возможности к ремену фрайде расправить крылья и парить в Духе Святом, кренестули рибери фрайде. А я все дал необходимое для того, чтобы каждый из вас поднимался на высоту и парил в Духе Святом, потому что в Духе Святом сила моя, говорит Господь, ренестулери файде, говорит Господь. И как прекрасно человеку, который знает голос Духа Святого, он поднимается на высоту над всеми проблемами, кременту файде, приходит пред мой престол, рабиду фрайде, и питается от стола моего, и получает эту живительную пищу, которая дает силы подниматься, идти дальше. Потому, дети мои, кременту файде, говорю сейчас ныне вам, время настолько коротко, и для многих из вас, хотя вы молоды, кремену фрайде, жизнь скоро прервется, говорит Господь, и так немного времени, чтобы привести эту жизнь в порядок. Не смотри, что ты молод, кременту фрайде, не думай, что жизнь твоя вся впереди, а я говорю, для многих, кременту фрайде, время жизни на этой земле подходит к концу, потому время есть, кременту фрайде, не чтобы веселилась и пила душу, душа твоя, говорит Господь, но чтобы душа твоя нашла меня, говорит Господь. Аминь.